сами трансфигурировали. Пока коням плетут косы, клоуны накладывают грим. В арсенале простая женская косметичка. Выбор помады доверяют своим прекрасным половинам. Для меня, чтобы она была просто красненькая, это раз. А два, я дальтоник, поэтому мне помогают. Представление начинается. Главные персонажи попадают на манеж в наши дни. Аж из 19 столетия. Когда мы вернемся домой? Еще чуть-чуть. Скоро все починю. Неизменно шквал аплодисментов достается Мишке. Усталый, но счастливый, он возвращается в свою гримерку. Ко мне, родной. Ой, хорошо, ручку мне. И идем домой. Умница мой. Мой родной, потому что самый любимый медведь. Рисковые мотоциклисты, невесомые гимнастки, динамичные эквилибристы постоянно добавляются новые номера. Мы сохраняем тем самым такую маленькую интригу, все же, что будет в программе. И для того, чтобы это увидеть, нужно к нам прийти. Мне принес представление про медведей, я не знал, что их так можно дрессировать, чтобы они так бегали. А мне больше всего понравилась воздушная гимнастика, это был яркий и завораживающий номер. У меня теперь появилось желание стать каскадером, таким же, как и они, выступать в цирке. Мне понравилось все, я хочу сюда прийти еще. Особо удачливые зрители получили подарки. Розыгрыш проводится каждое представление. Вы стали обладателем этого замечательного планшета. Держите. Поздравляем вас! Шанс выиграть планшет есть у каждого обладателя билета. В цирк ходим уже давно, но за все время первый раз как бы выиграли здесь. Так вот до этого приобретали программки, особо не выигрывали. Приходите в цирк, повезет и вам. Гарантированный приз – хорошее настроение. Ангелина Рязанцева, Геннадий Воробьев, телеканал 7.